teraz mnie nie słyszę, ale teraz mnie słyszę. Здорово. Я приветствую всех вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Очень приятно вас видеть. Есть очень много друзей, много знакомых. Я вас всех обнимаю просто. Хочу представить вам музыкантов, которые для вас сегодня будут играть. Алексей Кузнецов. Антон Кузнецов, прошу прощения. Антон Кузнецов. Дмитрий Белоусов, бас-гитара. Алексей Иванников. Всем хорошего вечера. Скрипка Юлия Сердюкова, вторая скрипка Наталья Аванесова, альт Зарина Кафланова и Наталья Воликова виолончель. Мы сейчас для вас сыграем композицию, которая была написана под впечатлением от поездки в горы. В этом году я был в горах Грузии, в горах Донбая. Вот. А ну, немножко позже я был в горах Архиза, и вот под впечатлением этой поездки я написал композицию, которая называется «Blinking Eyes». Вот так вот она называется. Thank you.
У нас небольшая проблема техническая. На Родосе отвалилась педаль. Кто-нибудь может поправить эту проблему? Эмоции, понимаете сами. Как вас здесь мог? Я не ожидал вас увидеть здесь, реально. Спасибо большое за вашу поддержку, тепло. Я вас целую. Спасибо, спасибо.
справиться никак. Поддержите меня. Просто для меня это очень важное знаковое событие, выступать на этой сцене, потому что я непосредственно был связан с творчеством Алексея Козлова. Мне рассказывали родители, когда мне было буквально месяца, наверное, два, когда я начинал рыдать, орать, может быть, есть здесь родители, да, молодые, вот сидит, он знает. Я начинал рыдать, и ну, что делать? Мне ставили пластинку с записью Алексея Козлова. Композиция называлась «Ностальгия». Я, конечно, этого не помню уже. Следующая композиция мы сыграем с моим лучшим другом. Я хочу его позвать на эту сцену. Артём, ты где? Артём. Кстати говоря, вот там лежат диски при входе, да? Если понравился концерт, ну и может не понравился, все равно берите, раздаривайте друзьям, дарите там хорошая музыка. Я больше чем уверен, вам понравилось. С Артёмом мы лучшие друзья, просто я не знаю, что бы я без него делал, просто этого продукта бы не было. То есть он бы не материализовался благодаря... Да. Расскажу всему свое время. Композиция, которую мы сейчас с ним сыграем, называется 914. Все спрашивают, что такое. И я всем отвечаю, ну, чтобы никто не догадался, конечно же. На самом деле, это комната, в которой мы вместе жили, творили, чудили и всякое прочее. И нам приходили всякие разные мысли. И вот родилась песня 914. И родился, кстати говоря, творческий проект Лая Бомб Бенд. Может быть, кто-то знает, кто-то слышал. Вы слышали, да, вы знаете, ну, конечно. Вот завтра концерт в клубе «Эссе». Всех ждем с нетерпением. Будет замечательный концерт. Будет много хорошей музыки. Итак, 914. Thank you.
знаете, что такое шурпа? Это такой суп. Это песня, которую мы играли, когда учились лететь на Лидии Спазар. Автор шурпы. Попробуем спроектировать это на инструменты. Берем кастрюлю, казан с бараниной. Thank you.
Артем Айвазян. Ну, угощение было вкусное, да? Согласитесь. Ну, вот мы покушали, и пришло время десерта. Мы вновь позовем замечательных девушек. Струнный квартет Дель Джезо, Дай Джазо, или как еще там. Тем не менее. Сейчас мы сыграем заглавную композицию альбома, которая называется «It's time to speak». Время высказаться. Но, как сами понимаете, может быть, сталкивались с этим. Первый альбом — это очень тяжело, трудоемко, протаптываешь дорогу, не знаешь, что, как вообще в итоге получится все. Делаешь, вкладываешь всю душу, тратишь много сил. Что-то мысль потерял. Девушки, да, они засмущали меня просто. Сзади сидел. Конечно же, хочу сказать слова благодарности людям, которые здесь сидят. В частности, Николаю Семенову. Николай, я тебя обнимаю. Спасибо, мой хороший. Тебе за все тебе спасибо. Благодарен. Я записывался на студии у Николая. Очень хорошая студия. Послушайте по звуку. Вот Евгений Панин, звукорежиссер, ему тоже отдельное огромное спасибо за трудоемкий вот этот просто колоссальный труд, который он вложил. Я, конечно, там сидел под боком, он говорил там вот так и не так. Он, ё-моё. Ну ничего, мы с ним справились, боролись, конечно. Вот. Да, и результатом, конечно, стал продукт, альбом, и сейчас мы сыграем заглавную композицию альбома «It's time to speak». Еще не сказал, студия называется «Stereo Mix». Кому интересно, наберите в интернете. Хорошие ребята там работают, научат играть на любых инструментах. Все сделать красиво.
Им аплодисменты. Большое молодцы. Хорошо, спасибо вам. И дальше, следующая композиция. Без объявления.
Композиция называлась Your Tears. Your Tears. Твои слезы. Приглашаю на эту сцену Сергея Алянкина. Без него мы не можем сыграть эту композицию, потому что она чересчур насыщена фактурой гитары. Thank you.
и вместе с ним позовем кнопку плейбека, да? Есть у вас? Заведенный? Плейбек заведенный? Ага, хорошо. Скажу, почему с плейбеком, потому что вокалистка, которая пела эту песню, она родила летом, и я до нее не звонился. Но мы можем ее поздравить сейчас на прямом эфире в интернете, я думаю, она услышит. Поздравим с рождением ребенка, не знаю, мальчик, девочка, но пусть растет здоровенький, крепенький, такой же талантливый, как и мама, я думаю, и папа, я думаю, тоже. Check it out.
патриотическая песня, да, знаете. Жатва. Когда жали, урожай собирали. Thank you.
на базе мы себя называем, ребят. Никита Кана, ваши аплодисменты! Лучший сексуалист в России! Спасибо, дорогие друзья! В следующий раз обязательно. Дорогие друзья, кто желает получить диск? Она пришла! Она пришла! Аллилуйя! Она пришла! Кто желает получить диск, будет автограф-сессия, чуть попозже, буквально остыть, отойти. Спасибо, друзья, спасибо. Было очень здорово. Спасибо. Сергей Алянкин, гитара.
Пожалуйста, пожалуйста, попросим Диму. Дима Бисер.